новая заставка, но по-прежнему лучшая лига мира. Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые поклонники отечественного футбола. Мы рады приветствовать вас в оружейной столице России, город Тула. И мы начинаем сезон 23-24 Мелбет первой лиги. Судейскую бригаду возглавляет Алексей Сухой, опытнейший арбитр, работающий во всех эшелонах. В данном случае он работает в первой лиге. Саратов тоже теперь играет в первой лиге. Но вот сам Грулев сменил клубную прописку. Еще одна передача, удар Бачинского. Левашов выловил мяч по перекладине. Все тревожнее и тревожнее становится у ворот тульского голкипера Максим Бачинский, который знаком болельщикам по выступлениям в первой лиге еще за ивановский текстильщик. Футболисты Арсенала не очень-то понимают, что делать с мячом. И чаще всего это заканчивается индивидуальными действиями. Удар по воротам! И вот сейчас, по-моему, даже до голкипера мяч не дошел. Заблокировали защитники, но... По-моему, все-таки дошел. По-моему, Карабашев отбил мяч за пределы поля. Мацукатов, подача, удар! Хороший удар был нанесен. Я только не разделал, кто именно. Кайнов. Кайнов бил по воротам. И снова в игре Никита Карабашев. Коронкова тащит мяч на себе. Передача на Кайнова. Максим Кайнов 1-1. И это удар. И Кайнов не попадает из выгоднейшей позиции. Самый опасный момент у Арсенала в этом матче случился снова после перехвата. На поле. И поэтому вполне может в этом матче появиться момент. Левашов здесь хорош. Левин, добивание. Добивание. Кто команду спас? Дука. Да. Вот сейчас он сыграл как настоящий Левашов. Нормальный Левашов. Отскакивает мяч. Что ж ты будешь делать? Этот попрыгунчик и Левин. Как может он старается, подчищает. Удар по воротам! Ничего себе! Файзулин! Да, хороший удар. Его не поймали на лишнем шаге вперед. И вот на весь штрафную площадь Жиронкин выигрывает. Руки мяч попадает. Это пенальти. Это пенальти. Попал мяч в руку. А давай смотреть. А там... тут даже смотреть нечего. Попал мяч в руку Буковскому. Это Максим Левин против Михаила Левашова. Это дуэль. Левашов! Михаил Левашов! Вот этим своим действием он просто... Я думаю, что мы даже не вспомним про те эпизоды, да, где он допускал ошибки. Ну, это будет отложенная карта. Сначала это будет опасный момент. Передача. Окоронква, Джонатан! Окоронква не забивает из выгоднейшей позиции. Александр Старожук схватился за голову. Вот он момент. Вот он моментище. Собственно, все, друзья. Первая нулевая ничья в Мелбет в первой лиге сезона 23-24.